Вы смотрите видео об отеле Rhodes Beach. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Rhodes Beach расположен в стране Греция в регионе Родос и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Побережье Канари, в 1 километре от центра столицы острова, Родос и порта, в 12 километрах от аэропорта. Отель обновлен в 2008 году. На территории отеля имеется комната для завтраков, 2 бара, 1 открытый бассейн, прачечная, лифты, интернет-кафе платно, магазины, в номерах есть балкон, терраса, кроме одноместных номеров, ванна, душ, кондиционер 0.1:07-25:08, музыкальный канал, спутниковое, ТВ, телефон, фен на рецепции, холодильник. Номерной фонд отеля состоит из всего 168 номеров, Single Rooms, /12M2, Double Rooms, /18M2. В номерах, кондиционер, 0.1:07-25:09, бесплатно, телефон, Wi-Fi, интернет, за доплату, холодильник, спутниковое телевидение, душ, фен на рецепции, сейф, за доплату, балкон, терраса. Ежедневная уборка номеров, смена белья 2 раза в неделю. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бассейн с пресной водой, автостоянка, интернет, Wi-Fi, интернет в лобби и в номерах за доплату, интернет-уголок за доплату, телезал, сейф в номере за доплату, трансфер, автобусная остановка в 50 метрах от отеля, бар, снэк-бар у бассейна и лобби-бар, ресторан, только зал для завтраков, ужин в отеле Belvedere Beach в 100 метрах. Для детей есть 1 бассейн. В ресторане детское кресло, песчано-галечный в 100 метрах, песчано-галечный с небольшими камешками, через дорогу есть подземный переход. Лежаки за доплату, зонтики за доплату. Год постройки гостиницы – 1986. Год, когда был сделан последний ремонт – 2002. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.